Всем привет! Два куриных филе в духовке сейчас запеку под соусом и сварю к ним макарошки. Филе тонко нарезаю. Несколько грибов нарезаю. Фасоль для запекания. Перемешку грибы с филе. Банка помидор в собственном соку. Пачка сыра типа фета сиртаки. Сколько здесь грамм, я не вижу. Так. Ну, 200 грамм. Не солю. Вместо соли будет сыр. Так. Целая пачка сыра. Ломаю на кусочки и раскладываю по поверхности. Помидоры у меня тут крупные, я их просто разрежу на части ножницами. Они чищенные уже. Даже сырок для соусов. Удобно. Оливковое масло сверху и базилик. Все. В духовку. Духовку пока отрезала, все нагревала духовку. Пока запекается филешка, варю макароны. Чуть-чуть постояла в духовке, когда сверху начинает подпекаться, перевернула как бы ложечкой, все перемешала, чтобы сыр начинает плавиться, чтобы все было равномерно. А вот пока сварились макароны, курица уже готова. Выглядит курочка. Я ее помешала. Вот так выглядит соус. Ни воды, ничего. Вот помидоры, сок от курицы, от томатов, от грибов, сыр. Здесь главное вот курочку порезать мелко, чтобы она проготовилась, пока соус-то быстро запекается при максимальной температуре. Еда готова. Соус получается вкусный. Красота. Вкусно, быстро, сытно. Ну что, всем пока. До новых видео.